святитель Лука Война Ясенецкий посвятил свою жизнь служению людям и после смерти не оставил своего молитвенного заступничества за каждого просящего. Если вам или вашим близким предстоит хирургическая операция, если сломила болезнь, если врачи разводят руками, помолитесь святителю Луке, скорому заступнику о нас перед Господом. Святой исцелял не только физические недуги, но и молился о духовном здравии человека. Поэтому к нему за помощью обращаются для избавления от уныния и депрессии, от психических недугов и зависимостей. Собрано огромное количество чудесных фактов, когда по молитвам к святителю Луке появляются на свет долгожданные дети, благополучно протекают беременность и роды. Господь говорит: «Просите, и дано будет вам». Помолиться у святых мощей святителя Луки можно лично, посетив Свято-Троицкий монастырь в Симферополе. А можно заказать молебен о своих нуждах через специальную службу православной сети Елицы, которая так и называется «Елицы записки».